есть ты состоялся в себе. Тебе не надо ему уже доказывать, что ты сильнее. Ответочка. Но она меня спасала уже пару раз. И это как спонтанный человек. И я говорю, что все легко. Восходит божественная чистая энергия. Всем привет, мои дорогие друзья. Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале «Гениально все очень просто». Я жив. У меня есть возможность там поиграть. Я пойду потанцую. Научил свое тело танцевать, и оно теперь может танцевать под музыку. И мне это нравится. Я даже соскучился. Я соскучился за танцами очень сильно. Поэтому иду. Хотя ничего не предвещало беды. В детстве занимался боксом, футболом, а начал пошел танцором. И я счастлив, что я выбрал этот путь. Я научился управлять телом. Я научился двигаться под музыку. Синхронно, мягко, красиво. И мне это самому доставляет удовольствие. Я не гей никакой, я мужик нормальный. Но мне нравится, когда... Вот даже я нравлюсь, когда двигаюсь. Мне нравится, когда красивые танцоры двигаются, девушки двигаются элегантно, бачату танцуют. Ой, ну это же красота. Это не значит, что ты должен прыгнуть на нее сразу, возжелать ее. Ты наслаждаешься процессом. Это есть осознанность. Ты поглощен новой игрой. Заработать новый миллиард. Так или иначе, богатые люди, они идут к ощущениям. Они этих денег не видят. У них не лежат они дома. Если он сидит дома, он сидит, как и я, тоже на стуле. Но будет у меня здесь резные. Что от этого изменится? Это все актерство. Так как я работаю на сцене, актеры живут, постоянно сцены меняются. Ты в один день можешь там барина играть, потом ты волка играешь. Декорации меняются. И понимаете, артисты и актеры – это очень крутая профессия. Сейчас начинаю расхваливать свою профессию. Потому что ты можешь переживать, будь то ты богатый, или плохой человек, или замечательный. Ты можешь эти все эмоции проживать на сцене. И даже в реальной жизни тебе это так не забавляет. Ты понимаешь, ну богатый, я вчера его играл. А богатые так же самые играют роли. И осознанно играют роль. Но осознанно это ощущение в душе. Если богатство это финансовое, удовлетворенность, но она психическая. Когда мне спрашивали на корабле, Миша, а как ты там живешь, сколько там получаете? Ну, нам нельзя рассказывать по условиям контракта. Я самый богатый в мире человек. Уже. Во мне присутствует это ощущение в душе. То, что ощущает богатый человек финансами, идет. Он добился власти, понимания, уважения. Но это чувство просыпается у осознанного человека в душе. Оно уже как готовый продукт проснулось. Тебе больше не надо никому ничего доказывать. Ты просто живешь. Да, ты зарабатываешь деньги, да, ты выполняешь работу. Но ты уже не бредишь чем-то. Да, ты можешь быть богатым. Это неплохо. Осознанный человек, когда богатый, это далеко неплохо. Это даже прекрасно. Когда осознанный человек богатый. И осознанность – это цветок божественной, чистой энергии, которой просыпается вас. И он вам дает эту чистоту, когда вы пробудились, он дает вам эту чистоту, осознанность дает понимание мира. В осознанности нет ни зависти, ни осуждения. В осознанности это как крутая игра, ты просто в ожидании, что будет. И ты принимаешь все, как бы не было. Это не значит, что будет все там бабочки летать, то. Тебя даже могут ударить, но ты все равно на это смотришь так, вау, ударили. Да, вот своего рода иногда может другой человек... Или даже я, когда маленький был, я был очень довольно-таки резкий, агрессивный. Если меня ударили, я сразу даю ответку, то есть моментально. Это было как вот, я всегда предупреждаю, я даже девушек иногда, с которыми я говорю, никогда меня никто не бейте.
Ну, знаете, там есть, ударят там. Ай! Фу, у меня может выскочить такое сразу. Ответочка. Но она меня спасала в жизни. Пару раз. Так спасала. Физически. То есть реакция молниеносная. Не знаю, сейчас я не замечал, она у меня есть или нет, может, она уже и она исчезла. Но смысл в чем? Это красота, это спонтанность, ожидание момента. Меня ударили, я уже, да я даже, наверное, уже и не буду отвечать. Да ударили, ой, класс, да ты шо, ты еще ударить можешь, вау. То есть ты состоялся в себе. Тебе не надо ему уже доказывать, что ты сильней. А у меня это было, потому что надо было в жизни доказывать. Младший, постоянно со старшими. И учился, когда младший был старше. Я все, и хоть я вам вырасту, я докажу. А я вырос, говорю, да! Зачем это все надо кому доказывать? Уже все доказано. Ты заработал свой триллиард в душе. Тебе не надо никого убивать, морочить, ты уже состоялся. Если у них страхи, то у осознанности нет страхов. У осознанности только принятие. Никакого не осуждения, ничего. Осознанность — это внедрение. Я не побоюсь, честно сказать, это слово. Многие мудрецы этого не употребляют. Но я-то как спонтанный человек, и я говорю, что все легко. В вас входит божественная, чистая энергия. Осознанность – это без мыслей. Вы просто ее принимаете. И также энергия входит в каждого из вас. Только человек, который не владеет осознанностью, он ее может ненарочно светлой превращать в темную, в серую, в некрасивые цвета. Соответственно, некрасивые цвета – это ваше самочувствие. Некрасивые цвета – это осуждение, плохое настроение. Ну как, плохое настроение, потому что он думает, о, надо идти работать, надо идти еще что-то делать. Нет понимания. А осознанность – это свет. Это, да, мне дали игру еще раз поиграть. И он понимает, что это игра Божья. Он тобой руководит. Сам Творец. Он просто руководит тобой, а ты, как его глаза, и наблюдаешь. Вау, что тут произойдет, что он мне приготовил? Хорошее, плохое, не имеет никакого значения. Ты становишься в so excited. Ты становишься очень взволнованный за день, на день. Просто купаясь в этой энергии. Но это даже не взволнованность, это кайф. Что будет? И тебе не важен результат. В будущем все люди будут осознанные. Такие состояния существуют, измерения такие существуют, все уже есть. Но величайший дар – это перехода. С плохого настроения в хороший. Помните эти ощущения? Когда человек с плохого настроения переходит в хороший. И вот помните вот эта радуга, когда раскрывается в ваших душах? Это что сейчас происходит с человечеством? Радуга в людях просыпается. И они начинают это транслировать через YouTube, через все каналы, через все связи, донося это в открытые массы. И все люди, вы, мои дорогие, кто уже осознан, я вас поздравляю, не останавливайтесь. Это чувство может в нас расти постоянно. И оно увеличивается. Этот оргазм жизни, он увеличивается в душе. Мы с вами продолжим. Это в следующей части. Осознанность. Люблю, уважаю вас. Спасибо, что были со мной. Подписываемся, комментируем, ставим палец вверх. Мы будем лучшие. Благодаря этому каналу осознанность придет к многим людям. Я работаю как радио. Искренне уважаю вас, мужикам. Рист.
девушек, обнимаю, любя, и детей стариков обнимаю. Они прекрасны. Хорошего настроения. Подписываемся, ребятки. Бо вы того варте, мы того достойны. Хорошего дня. Осознанность — это как крутая игра, ты просто в ожидании, что будет. И ты принимаешь все. Я был очень довольно-таки резкий, агрессивный. Если мне ударили, я сразу даю ответ. То есть моментально.